Всем привет! В этом видео обзор новинок магазина Fix Price май 2021 в городе Сергиев Посад. Всем приятного просмотра! Такие классные силиконовые подставки под горячее диаметром 17 сантиметров. В одном декоре, но цвета обалденные. Есть, конечно, более сдержанный синий, серый синий, фиолетовый, но такой кричащий зеленый цвет сочный. И петля для подвешивания по 55 рублей. Вот такие классные трехсекционные этажерки. Они все белого цвета, но отличаются дизайном по центру. Подходят для подачи закусок, фруктов и десертов. Они отличаются по дизайну именно рисунка в центре. Вот здесь я нашла маффины и желтые сочные лимончики. А вот здесь с розочками. Из этой же серии я нашла классные пластиковые подносы. Размер их 39 на 27 сантиметров. И также дизайны у них отличаются. Они, кстати, с этажерками схожие дизайны. Те же маффины с лимонами. И вот такой вот еще инжир с ручками. Продолжает эту коллекцию такое блюдо, предназначенное для фруктов. Также оно пластиковое, с теми же декоративными узорами и таким же рисунком. Вот такие классные подставки сушилки для посуды размером 35 на 18 сантиметров. Прорезиненная поверхность для того, чтобы не было случайных соскальзываний. Ребристая поверхность дает посуде плотно прилегать к подставке. Быстрое высыхание гарантируется. Да и вообще столешница от влаги повышенного износа будет у вас сохранена. Материал термопластичная резина и очень классные есть цвета. Посмотрите, какой сочный красный цвет. Есть еще ярко-зеленый, такой беж хаки. И вот такой вот серый цвет. Новинок посуды появились от Luminarc французской марки. Вот такие вот тарелки. Тарелки 25 сантиметров в диаметре за 149 рублей. Стекло упрочненное. И глубокие тарелки диаметром 22 сантиметра. Также за 149 рублей. Появились вот такие подставки для хранения. Их можно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении хранить. А углеродистая сталь и полипропилен. Есть разные цвета. Размеры 24 на 23, высотой 43 сантиметра. Вот показано, как можно вертикально и горизонтально хранить. Есть черные, бежевые и серые. Такие красивые пиалы-боулы появились. Объем 820 мл из керамики такого молочного цвета с такими пупырышками выпуклыми. Классные весенне-летние забавные стаканы появились. Стакан Dolce. Из натрия кальция силикатного стекла, известной достаточно марки. Нашла по 50 рублей иглы для определения готовности выпечки. Игла разработана для многоразового использования, поможет точно оценить готовность выпечки и не потеряется среди других благодаря яркому наконечнику. Вот инструкция, тут все просто. То есть мы этим тестером протыкаем выпечку, вытаскиваем, и если есть там следы, то оставляем пропечься. Нержавеющая сталь и полиэфирная смола, вот этот вот маффин. Из новинок нашла кондитерский шприц с четырьмя насадками в наборе по 77 рублей. Цвет есть еще мятный, тут розовый, такой носик и вот три насадки разные. Для украшения десертов пирогов кремом и надписями. Здесь вы видите инструкцию, как насадки менять. За 77 рублей скребок для чистки плиты, полностью металлический. Ну, здесь вот инструкция. Из зацинкованной стали. Из новинок появились контейнеры для холодильника за 149 рублей. Подходит для хранения продуктов. К
крышка емкости легко плотно закрывается. Контейнер можно ставить друг на друга, оптимально используя пространство. Полипропилен, характеристики. В одном цвете, прозрачный пластик. Выпуклые такие вот ячейки. Стеклянные мерные стаканчики объемом 500 мл за 149 рублей с носиком. Здесь только градация воды. Появились цветные пластиковые половники разных цветов по 55 рублей. Высота его 28 сантиметров. Легкие, петля для подвешивания. Вот такая вот у него глубина. И есть еще вот такие вот зеленые. А есть шумовки, также 28 сантиметров. Здесь уже другие цвета, тоже 50 рублей. Я вот не знаю, было или нет, масло для душа, да, за 99 рублей. С марокканским органовым маслом. 200 миллилитров. Появились для красоты вот такие косметички. Разных цветов, 199 рублей, прозрачная. Вот здесь поливинила хлорида, одно отделение на замочке и украшена по центру, приклеена вот такая вот ажурная тесьма кружевом в тон. Такие вот заколочки за 55 рублей, в наборе 6 штук. И набор есть разным дизайном. Вот такие миниатюрные для девчонок с металлическими зажимами. Также за 55 рублей появились новинки. Здесь еще 4 заколки. Клипсы металлические, они глиттером покрыты. Такие помпончики. Здесь фламинго, это как ананасик. За 199 рублей появились миниатюрные вентиляторы в автомобиль на присоске. 135 сантиметров провод, регулируемое направление потока воздуха. То есть можете по своему усмотрению. Там вот на корпусе еще кнопочка. Сам полностью пластиковый. Такая вот красная кнопочка идет сверху на корпусе. Провод 135 сантиметров от прикуривателя и присоска для массажа головы. Вот такие вот массажеры появились, они из разных цветов. Такая забавная кошачья головка. Такие вот металлические шарики, которые как раз таки будут осуществлять массаж. Улучшает кровообращение, стимулируя рост волос. Также из новинок появились такие наборчики для педикюра. И в них 6 предметов. Пемза, щетка для ногтей, 3 бамбуковых палочки, ну, скорее всего, обычная деревянная, пилочка для ногтей. Есть разные дизайны. За 77 рублей появились массажеры для зоны вокруг глаз, пластиковые ручки и вот такой металлический шарик. Рекомендуют перед началом массажа нанести какой-нибудь крем или сыворотку. Тем самым массаж позволит проникнуть глубже средствам и повысит их эффективность. Есть разные цвета. И появились миниатюрные хлопковые сумочки. У них вот такой вот тканевый идет ремешок, он регулируется. Фурнитура пластиковая здесь, то есть такой карабин пластиковый. Одно отделение на замочке. Здесь миниатюрный кармашек на один на кнопках. Есть разные цвета. Бежевые, зеленые. От InStyle появились новые заколочки в наборе 4 штучки. Здесь вот такие вот металлические клипсы, пластик или силикон. И внутри вот такие вот плавающий глиттер разных цветов и с разными силиконовыми фигурками. И есть разные дизайны. Также появились еще вот такого дизайна. Клипсы, покрытые глиттером, с такими вот меховыми помпончиками и ушками. Тоже металлические. Также есть разные дизайны.
Для дачи я нашла вот такие пластиковые рукомойники. Я так понимаю, это крепление, крышка. Есть разные цвета. В интересном таком футуристическом дизайне появились распылители объемом 0,5 литра. Есть разные оттенки. Такой приятный лилово-голубой, такой жемчужный и такой припыленный розовый. Здесь большие посадочные совки по 55 рублей. Пластиковая ручка с петлей для подвешивания и вот сам из нержавеющей стали. Весь такой, знаете, как будто им уже не один месяц попользовались. Нашла вот такие вот цветочные горшочки. Они из доломита, глянцевые, блестящие, с декором, полоску вертикально. Есть разные оттенки. Есть уже объемом побольше, тех же оттенков, также из доломита. Такие вот магнитные игры появились детишкам от 3+. Есть разные тематики. Вот это вот Аврора. В комплекте персонаж, сама Аврора и элементы на магнитной основе. Магнитный винил, картон и бумага. Здесь написана инструкция. И нужно переодеть данного персонажа в одежду. Плюс разные, видите, есть животные, птички. Есть тематика с Микки Маусом и его друзьями. И тачки. Нашла наборчик для творчества. 3D-лепка зайка. Детишкам 5+. Хорошо размять пластин перед нанесением на заготовку основу. Вот здесь подробная инструкция. Собираете в итоге вот такого милую девочку-зайку. А есть еще панда. Вот такая вот мышка есть. За 99 рублей водяные бомбочки. 185 штук. Можно устроить битву с друзьями. Будет весело. Все об этом мечтали, думаю, в детстве. Вот здесь вот видите, как собирается вся эта конструкция. Нашла вот такие красивые блокноты. Такая матовая прорезиненная поверхность. Очень приятная по тактильным ощущениям. Евротетрадь 96 листов. Смотрите, какие здесь листочки в точечку. С сочными такими на удачу листочками. Есть еще вот такая вот. С цветочками в лиловом оттенке. Это уже другая тетрадь, такая забавная с енотом, яркая. Здесь очень интересные иллюстрации, яркие, с картинками, разлинованные, разноцветные все листы. Поднимает настроение, мотивирует что-нибудь записывать. Есть вот такой вот классный космический ежедневник с единорожкой. 80 листов. Тоже очень приятная такая матовая поверхность. И здесь идет разлиновка. Какие-то заметки, числа, даты. И вот видите, галочки можно представлять. Здесь календарь, карта. Еще мне понравились вот в таком мятном оттенке. С такими забавными единорожками. 365 дней спокойствия и немного чуда. Тоже разлиновка и разные оттенки с картинками. Возможно, вы уже читали такую книжку «Несы», вдохновляющая, мотивирующая. И вот в таком желтом оттенке есть 64 листа блокнот, формат А5 с цветным блоком. Смотрите, как стали красиво делать блокноты, разлиновывать. К весенне-летнему сезону появились такие шлепанцы. В том году они также продавались вот с такими массажными стельками. Они пластиковые, силикон такой верх прозрачный. Есть еще в черном цвете. Есть мужские и женские. Для уборки появились вот такие наборы. Совок и щетка. Синтетическая жесткая такая щетина.
149 рублей. Вы видите, разные есть оттенки. Получается компактное хранение. Они вставляются друг в друга. Есть деление для подвешивания. Тканевые чехлы для одежды размером 90 на 60 за 99 рублей с окошком. Отталкивает влагу, защищает насекомых, пропускает воздух и отталкивает пыль. Нетканый материал, поливинил хлорид. Но что только в черном цвете. Хозяйственные веревки 20 метров длиной по 99 рублей. Такие розовые, желто-золотистые и такие бронзовые оттенки. 60% хлопка и 40% полиэстер. Пластиковые полки обувные в прихожую. Маленькая универсальная. 3 на 3 секции. Габаритные размеры в сборе 31 на 31 и высота 56 сантиметров. Нашла только в коричневом цвете. Нашла вот такую вот задумчивую голову бюст. За 199 рублей, белого цвета, с полирезином. Вот такой задумчивый парень с курчавой прической. Ему составляет пару такая мечтательная, задумчивая девушка. Появилась такая супер новинка, шкатулка. На таких вот пузатых ножках. И вот с таким стальным ободком. Для каких-нибудь либо, может быть, ватные диски или палочки можно хранить, а можно драгоценности или бижутерию. Ну, в общем, на ваш вкус. Появились подсвечники в двух цветах, белым и черным, из доломита. Из новинок появились горшки для цветов объемом 1,5 литра, стоимостью 199 рублей. Такие вот круглые, пузатые, разные оттенки, нежно-розовые, белые, зеленые, серые. За 249 рублей появились новые декорации в горшочке. Есть разные дизайны. Мне, кстати, очень понравился тот горшочек, достаточно стильно смотрится. Все так детализированно сделано. Такие вот кактусы разных разновидностей с цветочками. Полипропилен, пенопласт, камень, ПВХ, ПУ, полиэтилен. А есть вот такой вот помощнее кактус. И есть вот еще такой вариант декора. Называется сумка, как фартук. Для инструментов садовые. Вот такой тканевый ремешок с пластиковым регулятором длины. Плотная ткань. И вот здесь кармашки. Два открытых и один закрытый с клапаном. 77 рублей стоит. И есть разные дизайны. Ее размер 33 на 38 сантиметров. ПВХ, полиэстер, полипропилен. Интересная вещь. Корнеудалитель садовый. 37 сантиметров длиной. 27 рублей 50 копеек стоит. Ручка у него мягкая, прорезиненная. Есть такая вот петелька. Ручка деревянная. Вот эта вот получается сама штука несъемная. Сталь, дерево, пенополистирол. То есть это чехол, ручка, пенополистирол. Он такой интересной формы инструмент. Из новинок появились очки самых сочных оттенков. И желтые, зеленые, розовые. Такая тоненькая сеточка на металлическом ободке. Длина у него 71 сантиметр. Ручка из бамбука, полиэстер сетка, сталь, ободок и поливинил хлорид. Также украсить свой садик можно декоративным камнем. Стоит 27 рублей 50 копеек. Кстати, они очень легкие. Здесь даже есть какие-то гравировки со стрекозой ярко-зеленой. Из полирезина.
камня с полирезина. И здесь разные надписи, разные рисунки. Появились банки для сыпучих продуктов объем 1,1 литра, стоимость 99 рублей. И отличается цветом крышки. Крышка-то пластиковая, закручивающаяся. Ну и сам контейнер пластик. Здесь видите температурный режим от минус 10 до плюс 60 градусов. Не содержит бисфенол А, и его можно мыть в посудомоечной машине. За 199 рублей появились автомобильные щетки с пульверизатором. 3 в 1, распылитель, водосгон и насадка из микрофибры. Разных цветов есть. Вот сама пластиковая емкость темного цвета. Здесь откручиваете, заливаете. Тут носик. Водосгон. Вот он силиконовый со сталью. И вот сама мягкая такая ворсистая насадка. Для строительных и разных там работ появились перчатки. Размер самый маленький. ПВХ хлопок и полиэстер. Они такие плотные. Здесь получается противоскольжение. Такие прорезиненные. Ну, не совсем плотные, не такие, как обливные. Сами вот эти хлопок, плотный хлопок. Такая резиночка, не знаю зачем. И за 77 рублей появились кодовые замки в разных цветах. Вот инструкция по эксплуатации.